Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Exit VX. Мабель приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор, штатная шумоизоляция. Пол в салоне смотрим. Кое-где вибропластом обработан. По дверям небольшие квадраты вибропласта проклеены. Пол в багажнике несколько кусков вибропласта проклеены. И небольшие куски на задних арках. В автомобиле одни из самых шумных мест. Подготавливаем поверхности, приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на VX. Автомобиль проклеен у нас пол в багажнике, задние арки, крылья. Тщательно прокатываем валиком. Также проклеен пол в салоне. По дверям нанесли первый слой вибропласта толщиной его 3 мм. Поступили наносить второй слой, мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Exit VX. Проклеили с мембранным шумопоглотителем пол в багажнике. Также мембрану нанесли на задние арки, крылья и пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Проклеиваем стойки. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.